Такие табло для многих европейских стран далеко не новинка. И вот теперь оценить его удобство могут и одесситы. На Старосиной уже работает, в принципе, достаточно хорошо работает, судя по отзывам. Ну и мы мониторим, то есть как бы сбоев фактически нет. Поэтому сейчас дополнительно мы будем ставить на Куликовом поле и это на Тираспольской, это уже в этом году мы хотим поставить на это на конечных станциях. Однако, в отличие от европейских стран, культура поведения некоторых людей у нас оставляет желать лучшего. Поэтому специалисты думают, как защитить электронные табло от вандалов. Они уже будут, так скажем, более антивандальные и меньше размером, но в идеале хотим, чтобы на всех остановках были это подобные информационные табло. То есть это вот как бы такая первая ласточка, которая уже достаточно, скажем, хорошо себя зарекомендовала даже вот за эти несколько дней, которые работает на Старосиной. Большинство одесситов еще не привыкли к новшеству и попросту его не замечают. Но со временем, считают специалисты, когда таких табло в городе станет больше, пассажиры оценят их по достоинству. Я сейчас только увидела сейчас эту вывеску. Это будут на каждых остановках теперь такие вывески или как? И это будет каждое время показывать, какой трамвай в какое время должен отправляться, да? Так я понял. Это очень удобно, очень хорошо. Допустим, 10:52 сейчас, и, допустим, 10:55. Я уже знаю, что 10:55 я уеду. Очень удобно. И чтобы это на каждой остановках так было. Конечно, удобно будет, только если бы придерживались этого, как говорится. То, что написано, было бы на самом деле. Тогда было бы хорошо. Уже вскоре второе информационное табло установят на Куликовом поле, отметили специалисты.